Мы ему звоним! Вот это я понимаю, диалог сейчас будет. Эти ребята договорятся, один постоянно пищит, а другой постоянно бенькает. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт и с вами говорящий Бен. Вот он, собственно, Бен. Вот он заговорил, да, замечательно заговорил. Ставьте, пожалуйста, лайк, не забудьте подписаться на канал, жмите колокольчик, пишите комментарий. Так, ну что я могу тебе сказать, песик? Ты, конечно, излагаешь просто прелестно. Говорун ты тот еще невероятный. Но давай-ка, может быть... Давай, может, ты заткнешься все-таки, а? У тебя что-то какая-то это... Программа-то, которую ты мне пытаешься, в общем-то, выкатить своими речами, да? Она у тебя какая-то однообразная. Она вся состоит из... Это несколько, я бы сказал, в плане информации ограниченные смыслы, понимаешь, родной мой? Может быть, ты мне это, что-нибудь толковое расскажешь, пожалуйста? По-русски, может, немножко? Походу, нет, да? Не дождемся. Ну да ладно. Ладно, хорошо. Говорящий Бен, значит, скалит мне свои зубки собачьи, да? И, в общем, что-то там мне бурчит. О, какой серьезный. Слушайте, гляньте, какой серьезный говорящий Бен. Просто невероятно. А, спасибо. Вот, наконец-то, первая вменяемая мысль. Первая вменяемая мысль за все это время. Очень рад, очень рад. Очень интеллектуальная была речь. Так, но мы на этом не заканчиваем, потому что говорящий Бен еще присутствует у нас вот здесь. Теперь он стал более мультяшным, ребята. Более мультяшный говорящий Бен. И тут очень важно. Мы ему звоним. Дзынь-дзынь. Бен. Бен. Да. Вот это потрясающе. Вот это я понимаю, диалог сейчас будет. Бен. Да. Эти ребята договорятся. Один постоянно пищит, а другой постоянно бенькает. Я чувствую, что... Слушайте, а мелодия это прикольная. Мелодия прям вообще топ. Может, это из другого мода какого-то? Хотя нет, наверное, я вроде не слышал. Так. Ну шо, Бенушка родимый, давай. Пообщаемся, как говорится. Они там еще друг другу что-то осмысленное такое рассказывают, что-то интересное. А вы не поделитесь, пожалуйста, с нами? Информации, товарищ веслоухий, ты хрен, ты можешь рассказать, что там вообще галдично? Перевод, субтитры, субтитры, пожалуйста, мне. Мне кажется, что такими песнями дьявол вызывается. Давайте поаккуратнее, ребят. Музыка прям топ вообще. Мне нравится. Они общаются здоровски, ребят. Так. Ай-яй-яй-яй. Хорошо, 30 секунд еще. Песенка выглядит несложной. Как это смешно. Так. Сейчас, вот здесь вот надо прям продержаться, между прочим. Ну, что я могу сказать? Прекрасный собеседник, говорящий Бен. Невероятный. Просто столько информации полезной получили. Никогда столько не было. А, кстати, между прочим. Оп! Ничего не поменяется, да? Хорошо, теперь берем эту модификацию. Чтобы все четко было, чтобы мы не сомневались. Везде экраны гибели такие же. Бибипанзу, взломан Архам тоже. Было бы клево увидеть Friday Night Funkin' Community в пламени. Не знаю, что это все значит, но я знаю одно. Мы сейчас будем сражаться, в общем-то, с говорящим Беном опять. На этот раз. Что произошло сейчас? Че это такое вообще? Кто это? О, ничего себе. Я живой. Кто этот парень? За кого мы вообще играем? Я не понимаю. Я уж не знаю, за кого мы играем, но говорящий Бен, он очень весело нам рассказывает, что почем в этой жизни. Это я понял. Так. Слушайте, прикольная музыка, в принципе. Говорящий Бен классный, классный. Он по-прежнему говорящий. По-прежнему говорящий и ровно на жопе сидящий. Это он молодец, конечно. Какой агрессивный молодой человек кричит ему в трубку. Явно ни до чего хорошего не договорятся, да, наверное? Так. Ага. Здорово. Что-то у тебя там какая-то светомузыка в телефоне вообще конкретная, чувак.
Что это происходит? Обычно во время диалогов, мне кажется, по телефону вот такого быть не должно. Чего у тебя там мигает? Так. Это, наверное, срака полыхает у собеседника конкретно. Поэтому аж разными цветами искрится там все. Так, ну хорошо, 15, 14. Ага. Ну смотрите, хорошо, слушайте, чё. Прям про... Тихо. Там еще что-то в конце надо было. Что-то еще в конце надо было, но я не успел дожать. Ну зато мы, в принципе, и не проиграли, в этом плюс как бы. И знаете, опять вот сейчас вот, по-моему, тот же паренек будет тоже связываться с говорящим Беном, и мы будем в этом помогать, естественно. Поехали, давайте посмотрим. 19 миллионов просмотров рэпа с Беном. Ничего себе. Чтоб я так жил. Мы будем друзьями? Хорошее вступление. Мы, говорит, будем друзьями, да, мы теперь друзья, нет. Вот такой вот несговорчивый песик. Так. Подожди, может мы сначала этот? Так. Это у нас экран геймовера. Экран геймовера у нас выглядит следующим образом. Темный экран и как бы все. Печально. Так, поехали. Слушайте, вот здесь вот, кстати, классно вообще нарисовано. Мне нравится, в принципе. Как будто бы чувак реально летсплеит. А я сбоку от него летсплею, как он летсплеит, понимаете? И это летсплей в летсплей. Вот это потрясающе просто. Летсплей летсплея, это гениально, я считаю. Это практически как реакция на реакцию, понимаете? У меня уже был опыт такого контента на канале. Сейчас еще вот сюда вот, собственно, тоже мы... Вот сюда вот мы тоже вклиниваемся. Летсплей летсплея, реакции реакции, все было. Все было, да. Осталось сделать какой-нибудь обзор на обзор, там, не знаю. Стрим на стрим, что-нибудь в этом роде. Так. Да. Ты готов? Нет. Чуть ты не готов? Ты сидишь на жопе уже хрен знает сколько времени. Ты уже должен быть готов ко всему, я считаю. Уже подготовился нормально, уже набрался сил. Learn how to chart там наверху написано. Это, я так понимаю, все интерфейс игры нарисован, да, наверное? Я, кстати, в говорящего Бена не играл. О, смешно тебе, да? Ох, уморительно просто. Взял и послал человека, не хочет с ним дружить. Обидно ему, понимаете? А нам, в принципе, что? Нам, в принципе, тоже обидно, да. Бен не хочет с нами дружить. Ну да ладно, может со временем передумает. Ставьте, пожалуйста, лайк этому видео, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, жмите колокольчик, если вам понравилось рэповать с Беном, созваниваться с Беном и всячески коллаборировать и общаться с Беном. Может, когда-нибудь что-нибудь такое повторим в каких-нибудь других играх. А пока все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока. Бен. Бен. Бен.